Финансирование национальных проектов, реализуемых на территории Свердловской области, возьмут на особый контроль. Такое поручение сегодня на заседании Совета общественной безопасности региона дал Евгений Куйвышев. По мнению губернатора, прежде всего следует обращать внимание на обоснованность расходов. Финансирование проектов идет ритмично. В то же время продолжают выявляться нарушения в ходе исполнения нацпроектов. Еще раз подчеркну, контроль за обоснованностью расходов необходимо усилить. В новых реалиях эффективность каждого потраченного бюджетного рубля должна быть максимальной. По данным контрольных органов, наиболее распространенные нарушения при исполнении нацпроектов – это срыв сроков выполнения работ, задержка оплаты и несоблюдение законодательства о госзакупках. Губернатор поручил соответствующим службам усилить работу по предупреждению правонарушений в налоговой сфере. То есть не наказывать неплательщиков в бюджет, а оперативно указывать им на имеющиеся ошибки. Также на заседании областного совбеза обсудили ситуацию на потребительском рынке. По информации правительства, в этом году регион полностью обеспечил себя картофелем и другими овощами, вошел в российскую десятку лидеров по производству молока и яиц.